Ребята, увидел в ТикТоке кафе Тауфик. Я вообще думал, что здесь делают только тандырную самсу, оказывается, это полноценная лагман-хана. И вот здесь находится сам тандыр. Самсу, я так понимаю, не совсем, совсем недавно, точнее, поставили. Сказали, еще полчаса нужно подождать, пока она приготовится. Кафе очень простое. Вот там, за этой дверью, есть столики, где можно посидеть. А еще с левой стороны здесь топчаны. И мне дали один топчанчик. Ой, бай, какая красота. Смотрите, какая скатерть. Курпишечки, подушечки. Ну, если честно, выглядит очень красиво. А какие виды здесь самсы? Здесь сейчас 5 или 6 видов тандырной самсы. Вот, ждем, ждем теперь. А еще здесь есть мангал, где жарят шашлыки. Вот, например, по ценам. Это вот у них салатики и лагманчики пошли. Капец, недорого. Еще есть разные и национальные блюда. Вот, пожалуйста, тут плов можно найти, сырне, курдах 2200. И вот она, свежая, горячая тандырная самса. Прямиком из тандыра. Я на самом деле один сюда приехал, я думал, что здесь реально только самсу готовят и все. А тут кафе, и меня посадили, в общем, на топчан. Мне сказали, сиди один, чай, кофе, что хочешь, пей. Что-нибудь обязательно попробую. Я сюда приехал за самсой, но так получилось, что я буду пробовать еще другие блюда. Во-первых, это ванзи тян, это китайское блюдо. Потом меня угостили вот таким шашлыком из говядины, сказали, обязательно попробуй. И много видов самсы. 3 я точно сразу попробую, а 3, мне кажется, я просто увезу с собой. Потому что меня не влезет. Давайте ванзи тян посмотрим, что это такое. Здесь, получается, говяжьи фрикадельки, грибочки, муэр, вот эти вот древесные. Внизу идет фунчоза, вот такая красивенькая. В общем, очень сочное блюдо. Очень сочное блюдо. Ну, давайте сейчас бульон с фрикаделькой попробуем. Очень хороший бульон. Реально вкусная тема. Так, а теперь давайте немножко фунчоски. Блюдо тема. Она вообще вкусная. Очень классно. Давайте теперь шашлык попробуем из говядины. Прям шампура. Вот тут идет вот так интересно. Смотрите. Говядина, жирочек, говядина, говядина, жирочек и говядина. И тут каждая, получается, порция, она выглядит именно так. Шашлык приготовленный на углях, это тема. Алама дымка, это кайф. Жирочек обязательно. Какой шикарный жир. Это курдюк офигенный. Корочка такая хрустящая. Он прям поджарился на углях. Нереально классно. Ну и самое интересное. То, ради чего я сюда вообще приехал. Это, короче, баранина идет ребро. Плюс там еще кусковое мясо. Это рубленная говядина здесь. А здесь просто рубленная баранина. Они все отличаются по внешнему виду. В первую очередь я хочу попробовать именно с бараньим ребром. Вы слышали этот звук? Как хрустит тесто. Офигеть. Короче, смотрите, что в начинке. Там рубленое мясо идет и ребрышко. Еще лук, там жирочек. В общем, все по красоте. Оп. Смотрите, мясо пропеклось. Ребро просто вышло. Просто одно ребро. Поэтому пробуем дальше. Очень сочная начинка. Тесто нереально хрустящее. Теперь каплю попробуем. Самую традиционную каплю. Как они сделали такое хрустящее тесто. Очень вкусно. Так, теперь давайте вот так с соусом вместе. Это получается говядина кусковая у меня идет. Соус огонь. Внутри рубленная говядина, лук. В этой самсе даже нет никакого жира, то есть просто говядина, просто лук и тесто. Ну и специи, естественно. Давайте баранину попробуем. Каждый мой вкус этой самсы — это сплошное удовольствие. Просто тесто нереально классное. Давайте вот так открою. Смотрите, идет баранина кусками, немножко жирочка, лучок. Вот так сделаем. Вот так вообще такой смак. Полностью красным соусом польем. И едим. О, это было рискованно. Классная самса. Очень классная самса.